Олег, так и домой много этого. И вы знаете, таких домов много на этом острове. И мы, ну, вот это мы делим 250 лет, канавская сосна. Что здесь очень такой ценное? Вот этот стол, который привез из Югославии. Это, говорят, красное дерево. И вообще цельный кусок дерева, поэтому очень дорогой. Несколько десятков тысяч стоит вот это. Вот это, например, из Чехословакии. Вот еще, обратите внимание, вот мне Доника Мойла говорила, обратите внимание вот на это зеркало. В те времена, 250-300 лет тому назад, это даже было не зеркало, это было для освещения, отсвечивались свечи. И вот ставили эту свечу, и поэтому все осветилось, к сожалению. Теперь вот еще, обратите внимание, вот вы съели очень интересное место. Так, вот тут надо было, чтобы парень и девушка сидели. Вот иди сюда. А ты сиди, а ты сиди. Вы знаете, раньше шкаф у богатых людей, когда в общем, начали встречаться, влюблялись, то они не могли встречаться наедине. Они встречались с присутствием чеперона. Вы говорите дуэни, ну по-испански чеперона. Вот молодые люди смотрели друг на дружку, бросали страстные взгляды, но не могли ни дотронуться, ни на руку, ни взять ничего. Только разговаривали, может, о семье, что-то такие дела. И только, а она сидела. Я, правда, не знаю, почему такая маленькая, это самая скамеечка. Мне же, говоришь, такие наряды. Чтобы уходила. Не, не уходила. Сидела. До тех пор, пока... Да, потом, когда уже они были помолвлены, могли встречаться наедине. И во всех домах, вот во всех домах, вот этих вот богатых домах, таких вот, всегда есть, вот смотрите, там две, а здесь вот как бы три. Три случая. Теперь мы идем туда дальше, проходим там столовую.